Все, поставил я пару удочек. Будем ждать. Если ничего не будет, в течение получаса пойду искать дальше. Сейчас еще проверю эхолотом. Посмотрим, ходит рыбка подо мной или нет. Конечно, вместо это взорвали вообще конкретно. Живого места нет. Смотрите. Достал эхолот, включил инфо. Короче, здесь температура показывает минус 31 градус. Нифига я жару даю. Да уж, жестко. Тридцаточку. Никого нету, кроме меня. Ладно, сидим, ждем. Полчасика уже сижу. И тишина. По холоду тоже ничего не показывает. Да, до скольки я здесь выдержу? Минус 30. Че, крайний выходной, надо съездить дома. Че, дома так же сидел бы. Конечно, у меня ремонт. Я сейчас тоже ремонтом занимался. Решил на второй день поехать, во вторник. Думал, тяга пободрее будет. Тяга-то бодрая, толку никакого. О, кто-то на нижнюю меня бахнул. Нифига себе. Не думал, что на нижней что-то будет. Ну, рот открой, куда там тебе вхерачил. Нифига себе, из носа вышло. Смотрите. Значит, с этой стороны я брякнул. Вот так. Такой. Ну, грамм 600 точно есть. Сейчас моментально замерзнет. Нифига себе, начал трясти, ребят, представляете? Реально начал трясти. Сейчас там что-то показывал. Тут как будто проходил. Ну так жестко, когда достанешь руки сырые. Блин, я же полотенце там взял. Точно надо полотенце достать. Блин, оно сзади, ладно. Я пока мне не развернуться. На нижнюю шлепнул. Ни хрена себе. Ну, он вверх любит долбить.
приходится ходить проверять. Видите, как обрезает жестко вообще. Ну вот, сейчас не, блин, так она не хочет клевать, короче. Вот еще и ветерок со снежком. Начали поддувать, так вообще красота стала. Ну что, видимо, знали, короче, с этого места судочка, которого я так неплохо подвил. Все издырявили. Видео дает свои результаты. Почти все избурено. Даже не знаю, куда он мог сместиться. У меня, конечно, там еще есть одна точка, прям вот знаю. Там я ловил неплохо. Туда идти, так опять собираться, блин, холодно, лень. Блин, ребята, я поставил, короче, поклевку. Вообще классно качало. Ё-моё. Может, капнет так еще. Блин, так долго ждал. Что-то я проморгал подход. Ты видно, во лбу он ходит все еще здесь. Блин, опять была такая хорошая поклевка. И опять я ее просрал. Опять подход, опять ходит, крутится. Так, что-то к нижнему почему-то спустился. Поехал, вот сейчас видно было. На дальнюю молчит. Давайте покачаем. Я также начал качать. И он бахнул у меня. О, есть подход, нифига себе. Третий подход. Нифига себе. Он около него ходит прямо. Может, ему так надо. Сюда ходит около нижней. Видимо, это верхнюю то все сбило. Сейчас опять небольшой подъемчик был. Кто-то поднимается еле как. Он опять на спуск пошел, что-то ему не понравилось. Рыбка ходит. Если не клюет, значит что-то погода ей не нравится. Спустилась. Может, попробуем. Надо покачать маленько. Пока тишина. Решил убрать эхолот. А то, блин, было два подхода последний раз, и ни хрена что-то не взяло. Может, что-то луч на него как-то влияет отрицательно. Ну ладно. Еще, блин, сейчас чай пил, чай пролил. Ужас, блин. Только и ходишь, успеваешь проверять. Да. Еще раз напомню, сегодня у нас 30-ку дали. Ветер сейчас поднялся, сейчас трем.
Короче, мужики, собрался я. Пошел в другое место. Сейчас идем в другое место. За ветерок. То есть здесь ветер вообще стал тут. И там как раз, может, найду места непаханные. Ушел на другое место. Сейчас будем пробовать здесь. Тут что-то нету судочка. Бускал и холод. Глубина на полметра меньше. Нету здесь ни хрена. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше на поиски. Тут тихо, ни на тряску, ни на стоячку брать не хочет. И здесь нет ни хрена, пойду дальше. Вот начинался подход, вот начал, закричал. Мелкий вообще просто. Это что за рыба? Видите, в мороз какая рыбешка клюет. Ладно, не буду его мучить. Все, очухался, слава богу. Такой подъем, я думал, сейчас там рыбеха такая нормальная клюнет. Там видите, что. Да, ну таких я еще не ловлю в этом году. Вообще, опять подход за тюлькой. Какая-то рыбеха. Давайте спустим потихонечку. И вместе с ней, главное, спустилась. Ходил и нашел рыбку. Мелкая, но хоть радует своими поклевками. Да там лунок, наверное, 7 прошел. Через каждый, наверное, метров 70. Ни хрена не было. Тут, видите, что-то он поднимался идти, главное, не захотел. Все застыло, чертовой матери. Охренеть. Подошел маленько в каму. Там что-то одного мелкого поймал. Вот. Подход был хороший. Непонятная рыба, конечно. Хороший подход непонятной рыбы, которая не клюнула. Ладно, давайте здесь поморозим что-нибудь, побумораживаем. Жесть!
Погода жесть. Ну, все, сейчас буду собираться домой уже. И хрена рыба не клюет. Кроме одного, так и больше ничего не поймал. Подходы были. Две поклевки проспал. Что-то в сторону куда-то шары завернул. Поворачиваюсь, у меня там качает. Сегодня вообще не вариант его искать. Вот такая сегодня была у меня рыбалочка. Не совсем продуктивная. Всем, кто досмотрел, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои оценки. Сегодня понятно, какие будут оценки этому видео. Ладно, друзья, всем пока. До новых встреч.